Волонтеры из Единого волонтерского центра Мурманской области провели мини-субботник. Добровольцы работали с соблюдением всех необходимых санитарных рекомендаций, например, держали социальную дистанцию и смогли привести в порядок территорию одного из медучреждений города. Активистам из Единого волонтерского центра Мурманской области в этот раз повезло с погодой. День выдался сухим и солнечным. Поэтому первым делом добровольцы решили раскидать снег, чтобы он быстрее растаял. Территория областного центра специализированных видов медицинской помощи на Лобово для субботника выбрана не случайно. Это действительно диспансер, который содержит у нас еще одну зону с ковидными пациентами. Мы здесь второй раз вместе с группой молодежки ОНФ, которая поддержала нас. Первый раз мы приехали по просьбе главврача, когда ему нужно было срочно расчистить корпус и переделать его под пациентов, специализированный сделать. И потребовалось очень много физической работы. Тогда он обратился к помощи волонтерам. Сегодня мы сами вышли уже и решили помочь больнице с нашей акцией «Чистая весна». Акция «Чистая весна» объединяет волонтеров со всей области. Они приводят в порядок муниципалитеты. С их помощью улицы, микрорайоны, города приобретают чистоту и ухоженность. Мы берем любую территорию. Двор – значит двор. А общая какая-то дорога, да, те территории, которые не попадают, может быть, под какие-то нормы управляющих компаний. Мы берем любую территорию, которая нуждается в уборке. Перед началом субботника участникам выдают весь необходимый инвентарь, включая лопаты и метла. К работе допускают только после термометрии, в масках и перчатках. Коллектив разбивается на небольшие группы, чтобы не нарушать социальную дистанцию. Число желающих присоединиться к добровольческому движению во время пандемии не уменьшается. В Едином волонтерском центре Мурманской области всегда ждут новичков.